Всем привет на канале Sound Illumination. Сегодня на обзоре моя новая покупка. Ну как уже новая, уже месяц я их ношу. Чуть потестировал. Это обувь iMac. Модель UH30, если я не ошибаюсь. Ну, неважно. В общем, хорошие, классные зимние ботинки. Для носки как в городе, так и по внедорожью. Там в лесах, в полях, в горах. Опять же таки долго выбирал, подходил к этому всему серьезно, потому что хотелось купить качественно, но и, конечно, там не заплатить баснословную сумму. Все потому, что я уже делал обзор модель Salomon XA Pro 3D GTX. Так вот, за них я отдал довольно-таки солидную сумму, и они у меня ну, еле-еле выходили 2 года. Ну и при том не то, что 2 года, а 2 сезона, грубо говоря. Не знаю, то ли я там неправильно за ними ухаживал, то ли попалась такая модель, то ли это качество такое начала фирма делать. Ну, я, честно говоря, чуть-чуть разочаровался в дорогой обуви, вот, и вот подходя к новой своей покупке, как бы, то есть старался найти более качественный и более ну, демократичный по цене. Ну, скажем так, по цене демократично не вышло. Эта обувь стоит, это я взял их по скидке, она стоила 2000, грубо говоря, там 1980 я за них заплатил гривен, но это по скидке она была, а если не по скидке брать, то она стоит там 3000, грубо говоря, таких вот в такой ценовой политике, то есть 100 с чем-то долларов. Вот. Но сразу скажу, что обувь того стоит. То есть я вот ношу год, я ими очень доволен. Пока что уже боюсь как бы забегать наперед, потому что ту обувь тоже хвалил Salomon и в результате разочаровался. Может быть, кто-то вот посмотрел мой обзор, купил такую обувь, а я, оказывается, как бы чуть-чуть обманул. Так что боюсь там сильно уже что-то говорить, но пока что я ей очень доволен. Давайте вкратце рассмотрим ее отличительные черты этой обуви, то есть пробежимся по материалам и все остальное. Значит, начнем с подошвы, как обычно. То есть подошва вот сделана с, не знаю, как этот план называется, как эта резина называется, такой как бы он мягкая такая резина, и подошва литая технология, то есть литое идет, как вы видите, не на клее посажено, а просто прям сливают вместе с верхом, вот с колодкой. Вроде как она двухслойная, потому что вот идет один слой, вот идет второй слой, и по плотности они чуть отличаются, но, скажем так, мягкая и эта часть, и эта часть. Вот. Чем вот очень хороший материал вот этот, вот, я не знаю, это Ева или это какая-то там, я не знаю, износостойкая резина, не знаю, как это даже назвать. Чем она очень хороша? Она действительно износостойка. Вот я ее ношу месяц уже, даже чуть больше. Вот смотрите, какой износ. То есть ни одной обуви, у меня там и Salomon, и Caterpillar были, там, и Hyx, как бы, то есть там везде заявляют там износостойкую подошву, но на самом-то деле она стирается очень быстро. Здесь же, вот действительно, вот первый раз я купил как бы обувь, вот первый раз я вижу, как она реально держит как бы износ. Вот, ну, вот я просто очень как бы от этого кайфую. Первый раз у меня обувь, которая, ну, она почти ну, не стерлась вообще. Вот чуть-чуть, вот буквально вот здесь, вот если вы видите, чуть-чуть буквально. Ну, у меня всегда характерно вот износ на эту сторону идет, вот, ну, как бы вот пятку чуть-чуть срезает, такое дело. Какая система еще стоит? Шок-адсорб система, то есть поглощает как бы удары в пятку, то есть прыжки там, все остальное поглощает нормально. И в этом плане чуть-чуть дает меньшую нагрузку на ваш позвонок. Соответственно, более комфортно в обуви можно находиться, там, передвигаясь по каким-то там пересеченной местности, там, прыгая, там, бегая и все остальное. Вот. По поводу носки зимой, ну, скажем так, термостойкость у них средняя. То есть, если долго стоять на холодной почве, то, в принципе, начинает потихонечку снизу чувствоваться холод. Но я не скажу, что прям сильно, но есть такое дело. Вот. Но
принципе, это как и в любой другой обуви, потому это уже можно сказать как придирка. Поверху подошвы можно увидеть характерный рисунок. Мало того, что она круто выглядит, так она еще плюс фиксирует вот здесь вот среднюю часть стопы. Вот. Хорошо дает здесь фиксацию вашей пятки. То есть полностью вот эти вот заплывы как бы дают нормальную фиксацию. Вот. Ну и передочек нормально, как бы более-менее чуть заходит. Вот, это что касается подошв. Дальше идет покрытие из нубука. И вот этот материал, это не кожа, это какой-то качественный дермантин. Ну, как бы кожзам какой-то очень качественный такой. Переживал за него, там, думал, может быть, начнет сразу трескаться, как у меня другая обувь. Честно говоря, вот я постоянно ношу, как вы видите, вот здесь вот изгибается, нормально держится, как кожа. Все остальное это нубук. Двойная строчка, как вы видите, прошита. Нубук очень такой, довольно-таки эластичный, нормальный. Нормально мнется, никаких проблем. И, в принципе, опять же таки говорю, что вот больше месяца в них уже хожу. И, ну да, вот есть, как бы, то есть видно, где вот обувь идет на излом. Но чтобы сказать там, что появились какие-то трещины или еще что-то там, такого нету. Хотя я могу сказать так, что я уже в них попадал... В большой мороз такой минус 10. Я уже в них попадал в серьезную слякоть, когда там у нас снег нормально выпал. Потом резко начало таять все. И просто как бы везде вот так вот было, то есть воды, мокрого снега, все остальное. Пропиталось водой нубук этот полностью. Подсох нормально, нигде ничего не лопнул, не треснул, все хорошо. Что касается внутренности, это изначально идет их фирменная технология iMactex, если видно вам написано так. iMactex это то же самое как Gore-Tex, то есть мембрана, она дышащая и водонепроницаемая. Ну, это их запатентованная технология, которая помимо того, что вот нубук сам по себе воду более-менее держит, плюс еще она, я в них лазил по лужам, целый день находился, же говорю, вот так вот в воде, не промокла нога вообще, и сухая была, то есть не вспотела, ничего, все отлично, в этом плане просто супер, вот очень доволен этой вот именно технологией. Дальше в середине идет вот это вот как бы внешнее покрытие Гортекса, ну и Мактекса, вот. А дальше идет шерсть. Как же вам так показать ее сейчас? Постараюсь. Вот, вот это вот шерсть идет, натуральная шерсть. Не сильно, знаете, как бывает мех, вот мне не нравится, он сбивается, он впитывает запах, ну, не очень как бы гигиенично, не очень комфортно, и со временем он ничего не греет. Вот это вот тоненькое нанесение шерсти очень хорошо греет, и в то же самое время не мешает ноге, никаких дискомфортов, не впитывает запах, очень хорошо. Стелечка, люблю я всегда показать стельку, не знаю как это решение, плюс это минус, или стелька приклеена вот здесь вот, если вы видите, здесь она приклеена, я пытался уже ее отодрать, потому что я люблю стельки вынимать и простирывать периодически, но потом я понял, что не стоит, потому что она прям начала отдираться вместе как бы со стелькой. Как обычно, антибактериальная как бы стелечка, вот, хорошо вспененная такая толстая, нормально дополнительную амортизацию дает, дополнительную защиту от холода дает. Вот. Ну а внешний слой как бы опять же таки мех покрытие. Можно посмотреть работу, как в середине, вот видно там как заплавлено, сейчас секундочку, видно как заплавлена подошва. Все хорошо, сделано очень качественно. Скажем так, в трех словах, это очень хорошая альтернатива эко-обуви. Чуть-чуть дешевле, но качество, по-моему, такое же самое. И при том, сейчас очень много говорят, что эко испоганились, попадается много бракованной обуви. Так вот эти вот ребята развиваются, только там как бы, я думаю, что с ними намного проще будет. Как вы видите, Made in Italy, они просто так написаны. Дальше, что я хотел сказать, то есть по поводу того, что приклеено, решение какое, я, ну, так и не разобрался, сколько я понимаю, это просто вот вы берете,
Вот, когда вы походили, вы берете, вытянули чуть стелечку, чтобы она просыхала. Ну, кому не нравится, просто можете оторвать, в принципе, от клея. Как бы, ну, я не рискнул пока что. Может, в дальнейшем и рискну, пока что не рискнул. Язычок, то есть он идет полностью, как бы закрывает ногу аж до вот этого вот уровня. Вот. То есть, если бы, допустим, вот здесь вот язычок заканчивался бы, да, там, то есть, то вот сюда бы вода проходила. Так вот у вас спокойно, вот ватерлиния, скажем так, ваша. Можете спокойненько себе ходить, вода не прольется дальше. Ну, если, конечно, вот так вот уже ступите куда-то, то вода вот так вот может пролиться. По поводу шнурков. Установлена система быстрой шнуровки. То есть, здесь вы стягиваете вот. Обычно здесь вы как бы берете, накидаете вот петелечки сквозные, идут петелечки сквозные, раз, накинули себе, зашнуровали, все. Когда надо, быстренько скинули, все, быстро ногу извлекли, никаких проблем. То есть в этом плане тоже очень решение большое. Может, кто следит за моими обзорами, тот знает, что я не люблю вообще шнурки. Вот это вот самый такой, ну, как бы компромисс, который еще приемлем для меня, который еще, ну, довольно-таки круто, скажем так, даже нравится мне. Вот единственное, что жалко, конечно, что мне предусмотрели какого-то кармашка на язычке для шнуровочки, чтобы бантик можно было сюда куда-то засовывать. Приходится его прятать в середину ботинка, иногда там попадает чуть-чуть там шнурок куда-то там на косточку ноги, мешает, приходится поправлять. То есть в этом плане можно было бы добавить, но опять же таки может быть придирка, кому как, скажем так, это уже на любителя. В общем, так в принципе все пробежали, все постарался вам рассказать. Что еще хотел сказать, что, ну, сказать, давайте еще раз посмотрим полностью, давайте этот уже просматривали, вот этот вот посмотрим полностью по этому самому, здесь вот прикольная такая на косточку как раз попадает. Лейбочка такая, не знаю, то ли с резины, то ли с какого-то такого материала сделана, не знаю, но прикольно. Вообще дизайн очень крутой у ботинок, они такие полутактические, полу как бы гражданские, ну не знаю, очень круто выглядят. Сразу мне вот по дизайну они очень приглянулись, но потом, когда я там увидел, что они утеплены так, как мне надо, и шнуровочка такая, как мне надо, и мембрана есть, и нормальный как бы нубук, а не какой-то там кожзам, который трескается сразу же от неудачной то ли стирки, то ли ухода, не знаю, то в принципе я сразу решил их брать. Вот такой вот обзорчик на очень крутые, еще раз скажу, они мне очень понравились, настоятельно рекомендую, по крайней мере, обратить на них внимание. Вот я до этой поры, вот пока я так не начал там подбирать себе обувь, я как бы про эту обувь вообще не знал. iMac фирма для меня это было вообще, то есть, ну, не знал, что такая фирма существует. Теперь я очень внимательно слежу за их линейкой, я думаю, что на весну тоже себя буду именно этой фирмы что-то смотреть, на весну, на лето. Потому не то, что купить, а вот именно просто там посмотреть, заинтересоваться, там ознакомиться, как бы вот обратить внимание. Настоятельно рекомендую. Обувь очень интересная и, в принципе, достойна вашего внимания. На этом все. Всем спасибо, что были на канале. Всем спасибо, что вы со мной, за просмотры. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч в эфире. С вами был Игорь на канале Sound Illumination. Всего доброго.